Китайцы выбрали самой любимой иностранной авиакомпанией российский Аэрофлот. Премию Flyer Award Ceremony присуждают по результатам опроса пассажиров. Мы продвигаемся на китайском рынке. Мы много для этого сделали. В частности, у нас присутствуют на китайском языке сайты, страница на нашем сайте Аэрофлота. У нас есть бортовое меню, азиатский сет, который мы предлагаем именно блюдо национальной кухни, когда мы летим на этих направлениях. Мы получили этот приз также благодаря тому, что у нас взвешенные цены и очень хорошая маршрутная сеть и стыковки. По словам Савельева, успех на китайском рынке очень важен с учетом его масштабов. Аэрофлот собирается укреплять там свои позиции, в том числе за счет увеличения турпотока и расширения транзита между Европой и Азией через Москву.